В Казани проходит международный симпозиум по инженерному образованию. В рамках этого мероприятия КФУ посетил важный гость – директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Александр Соболев. Он оценил оснащенность университета и уровень получаемого студентами образования. В чем цель его визита, мы расскажем тебе прямо сейчас. Для Александра Соболева, представителя федерального министерства, было важно и нужно ознакомиться с деятельностью ведущих вузов Татарстана. Без внимания не остался и Казанский федеральный. Московский гость осмотрел лаборатории Института фундаментальной медицины и биологии, Химического института и Института физики. Александр Соболев оценил высокий уровень подготовки студентов в университете. Он считает наличие современного оборудования важным элементом качественного образования. Я увидел горящие глаза студентов, им интересно учиться в этих новых аудиториях. Мне показалось, что коллеги, с которыми общался, и научные работники, и преподаватели, они воодушевлены, они готовы решать задачи, им комфортно в этой среде. И это, пожалуй, самая главная оценка той деятельности, которую мы ведем. Также директор департамента рассказал о подготовке новой масштабной программы. Ее условное название – 5/100. Главная цель – достижение не менее чем 5 университетами России международной конкурентоспособности. И у Казанского федерального, по мнению Соболева, есть все шансы попасть в пятерку лучших. Алина Хабибуллина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.